Оля, Оля Лукой. Вот и к нам заглянул. Для хороших. Для хороших. А это для плохих? Для не очень. Для плохих. Он даже не раскрывает. Все относительно, да. На самом деле, смотрите свои сказки сами. Мне нужно навестить моего старшего брата. Его тоже зовут Оля Лукоя. Но он приходит к людям только один раз. Но я навещаю его тоже, да? Сложно сказать, как он к этому относится. Но вот он написал такую песню мне. Сейчас попробую. Априори, когда он приходит к тебе в дом, в образе тонком нелепой любови, в пене манжет под большим зонтом. Хватит уже притворяться добрым троллем, прыскать из клизмы в глаза молоком. В белом плаще с кровавым подбоем мы с нетерпением тебя ждем. В сердце найдешь ли слова, донеси до людей, а толпа все сама разрешит за нас. На свой же страх лишь об одном я прошу напоследок: меня не преследуй во снах. Все наши сказки похожи, крепкий, бессмертный. Ты должен быть рад. Сотни столетий все об одном и том же. Оля Лукоя, где твой брат? Странно, что люди пугаются смерти. Я же не страшен, даже красив. В черной карете с пером на берете любого ребенка об этом спроси. В сердце найдешь ли слова, донеси до людей, а молва все сама разнесет за нас. И пух, и прах, лишь об одном я прошу напоследок: меня не преследуй во снах.